Вот так просто, не отходя от рабочего места, можно прибавить новогоднего настроения жителям Саранска. Эта акция считается уже старой доброй традицией. Водитель в образе Дедушки Мороза поздравляет взрослых и детей с Новым годом. Для водителя 7-го троллейбусного маршрута Юрия Кичкирева такой опыт уже не первый. В позапрошлом году он также наряжался в Деда Мороза. Чтобы подарить людям сказку, водитель вместе со своей супругой сами украшали салон троллейбуса. Ну, порадовать людей, поленчику поднять настроение перед Новым годом. Наступает 23-й год. Желаю всем, всему нашему городскому округу Саранск, нашему коллективу. С праздником всех поздравляю. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего в 23-м году. Это, конечно, не сани с оленями, но для малышей мишура, елочные игрушки, елка и Дед Мороз в салоне троллейбуса уже волшебство. Многим в уходящем 2022-м не хватило чудес, поэтому пассажирам такая предновогодняя суета в общественном транспорте очень нравится. Обстановка очень новогодняя, только дети говорили, мало чувствуется в последнее время, как бы, ну, волшебства какого-то, наверное, вот чувство Нового года. Как зашли сюда, сразу почувствовали, сразу дети заметили. Все блестит, Дедушка Мороз у нас везет, так что все хорошо. Очень красивый, все сверкает, мигает. Очень красивый, красочный, волшебный. Ксения Бебинова, Андрей Просверкин. Наши новости.